Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Анатолий. Я нахожусь в одном из бассейнов города Ганновера. Это открытый бассейн. Вход в него стоит 4,50 на весь день. И это не только один бассейн, но примерно 5 бассейнов, 2 из которых для детей, а 3 для взрослых. И познакомился с одним молодым парнем, потому что я попросил снимать меня в воде для одного из уроков по плаванию. И он любезно откликнулся. Оказалось, что он из бывшей Югославии, работает здесь сейчас маляром, женат на немке. И мы с ним поговорили, и разговор не был духовной направленности, он был, скорее всего, если так можно сказать, он был материального такого направления. Ну, учитывая то, что молодой парень, у него семья, это тоже нормальное явление. И он предложил вот как бы поговорить на такую тему, что сколько стоит по его работе. Вот сколько ему надо работать, чтобы купить ту или иную вещь. И тема мне понравилась. Я решил на эту тему сейчас выставить такое небольшое как бы видео. И оно будет следующего такого как бы направления. Значит, для того, чтобы пойти в бассейн на целый день, на одного человека, ему нужно 20 минут работы. Всего 20 минут. Чтобы купить один проездной билет на месяц, ему нужно 6 часов работы. Чтобы ему нужно было оплатить на питание на целый месяц на одного человека, но при условии, что он все будет делать дома, готовить, ему нужно отработать 16 часов, то есть 2 дня работы. Оплата жилья на съемной квартире на одного человека уйдет примерно 54 часа работы, то есть 1 неделя. Покупка стиральной машинки. Это хорошая машинка будет, Samsung. Это обойдется 36 часов работы или 4,5 дня работы. Поехать в Турцию, Египет или в Хорватию на 1 неделю. Это обойдется 38 часов работы или 4,5 дня работы. Обновить весь свой гардероб в таком дешевом магазине, который называется Primark. И это 2 майки, 2 трусов, 2 носок, 2 брюк, 2 пары обуви, 2 свитера и 2 куртки. И общая стоимость всех покупок будет 245 евро. И это для него нужно 22 часа работы, то есть 3 дня. Вот такое небольшое рассуждение на тему возможности материального мира, когда человек работает маляром в Германии. Желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.